Сейчас очередь выступить Ирины Сергиенко и Константина Изюмова. Они из Полтавы, и они в прошлой игре выиграли 20 тысяч гривен. Улыбнется им судьба в этот раз или нет? Ну, сейчас узнаем. Это шоу «Рассмеши комиков». Встречайте наших героев. Про первые неловкие ощущения во время медляка. Все, что тебя касается. Все, что меня касается. Nokia называется, называется. Такие маленькие телефоны. Ирочка. Следующая песня про поезда, которые едут вечно. Hyundai! А где обещанный Wi-Fi? Hyundai! Замерзли мальчики, остыли девочки. Hyundai! А ну, ребятушки, толкай! Верните, наконец! Экспресс! Будь здоров! Спасибо. Кажется, вы нащупали самую актуальную тему. Ну вот и молодцы! Это принесло вам 1000 гривен. А извини, Дима, что в Полтаву ходит Hyundai? Да, у нас стоит по 2 часа очень часто. А, он не ходит, он там у нас как стоит. Раз люди и мерзнут у нас. Нам даже перрон подпиляли. Это самое, что у меня есть. Давайте не будем сбивать этот боевой настрой ребят, которые могут выиграть сейчас у нас на глазах 5000 гривен. Вы хотели бы продолжить? Конечно. Актуальная. Бюстгальтер, милый мой бюстгальтер, не на чем мне тебя носить. Про новую услугу. Я за 100 в час расскажу тебе, что ты долбанный кретин, неудачник и лох. Я теща на дом. Следующая песенка про неудачный февраль. И уносит февраль в белогривую даль под бранную ругань и свист. 3 долбанных коня, 3 дебильных коня. Динамо, Днепро, Металлист. Следующая песенка про Таиланд. А я и не знал, что любовь может быть, Петрович. И следующая песенка про сюрприз. Захотела я выиграть бабла. Записала. Захотела, но не получилось. Не знаю, я бы вас слушал и слушал. Мне очень нравится ваше выступление. Вот оно не похоже на все остальные. Правда, забавно. Не знаю, ребята, почему до вас не дошла энергия смеха. Не могу понять. Нет, ну почему, Дим? На самом деле, я бы тоже слушал и слушал. Просто, к сожалению, есть только минута. В общем. Да и деньги наши не безграничны. Ребят, вы проиграли сегодня. Спасибо. Но мы были очень рады с вами встретиться. Пока! До свидания.